Всем привет! Давайте посмотрим сегодня, сколько нужно иммигранту в неделю денег, чтобы достаточно полноценно и разнообразно питаться. Ну что, поехали? Начнем с рыбы. Обычная семга стоит 11,99, но мне сегодня повезло. Есть вот такие хвосты, стоят всего 5,99 за паунд, получается 8,87, тут чуть меньше килограмма, где-то 800-900 грамм, то есть видите, полтора паунда, паунд 400, да, где-то 800-850 грамм. Возьму такую упаковку, на одного человека, на мой взгляд, вполне достаточно. Берем курицу. Вот такую упаковку, здесь 1,82 паунда, чуть меньше килограмма, стоит 4,99 за паунд, $9. Такая упаковка тоже на неделю, на мой взгляд, более чем достаточно. Молоко стоит 3,99 за галлон, тоже на неделю такого галлона вполне хватит. Далее яйца. Я беру органик, 6,99 за 18 штук, на одного человека, на неделю тоже достаточно, на омлет или можно просто пару яиц утром сварить. Сок свежевыжатый стоит 3,49 за 1,5 литра, это свежевыжатый, он не из концентрата. Смотрите, стоит 3,49. Я люблю омлет с горошком. Такая баночка стоит 89 центов. Тоже положим в нашу продуктовую корзину. Макароны, как гарнир курицы и рыбы, тоже положим в нашу тележку. $1.99, 454 грамма. Очень вкусный соус к макаронам, можно кушать как полноценную пасту, 3,99, там это Basil Bertolli, тоже берем. Упаковка клубники на неделю 8,99, тут 907 грамм. Бананы стоят 69 центов за паунд. Мне нужны зелененькие. Давайте вот такие возьмем. Вполне достаточно на одного человека на неделю. Ну и на закуску такой сыр 3,99 за 6 ос. 6 ос это 170 грамм. Тоже на неделю вполне достаточно. Тоже берем. Вот наши продукты на неделю. Ну что, идем к кассе. В конце вам покажу, сколько получится в чеке стоимость моей продуктовой корзины. Помидоры забыла. Секунду. Помидоры я беру Campari 3,49 за 445 или сколько? 454 грамма. Часто бывают скидки, за $5 две коробки, то есть по 2,50, ну, сегодня не повезло. Вот продуктовая корзина на неделю обычного русского иммигранта в США. Сейчас посмотрим, во сколько нам это встанет. Thank you. Таким образом, смотрите, чек на неделю составил $57.46. То есть на эти деньги вполне можно достойно питаться, есть рыбу, курицу, фрукты, ягоды, органик яйца, которые там у куриц, которые питались где-то там травкой,
молоко, то есть, в принципе, вполне себе достойная полноценная корзина с семгой, с курицей, то есть, в принципе, все есть. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!